Как говорится, вечер в хату, Додаров на связи. Ну и всем привет, ребята, и добро пожаловать уже на следующую серию «Путь до миллиардера» на Букраше. Как обычно, первым делом я проверяю казино. На данный момент у меня 3000 продуктов из 10. На балансе у меня лежит 272 миллиона. И осталось до конца слета 6 дней. Ну, в принципе, нормально. И процент прибыли всегда 100%, потому что задания я всегда выполняю. И на минуточку. Сейчас час ночи, я до сих пор нахожусь в игре, чтобы постоянно заказывать продукты себе в казино. Так, захожу в кейс и замечаю, у меня 1370 пыли из 2000, значит, скоро я смогу открыть особый кейс. Наверное, я сейчас немного задоначу на кейсы бомжа и открою этот особый кейс, потому что тачки здесь прикольные. Так, сейчас нету акции X2, поэтому мы сейчас заходим в ревард и заберу акцию X2. Вот это купон акции, давайте мы ее заберем, и теперь у нас активирована акция X2 на целых 10 часов. Теперь можно спокойно задонатить. Так, сейчас мы, получается, заходим в донат и нажмем на пополнение донат счета. Дальше давайте мы просто проверим, напишем 100 рублей. Да, с учетом акции придет 200 рублей. Теперь давайте поменяем эту цифру на 1500 рублей. Так, все, я перезашел в игру, донат мне пришел, отлично. Сейчас мы будем открывать кейсы бомжа. Так, открывать буду сразу 10 кейсов и подтверждаем. Так, первое, нам падает XP, распылить, к сожалению, нельзя. Дальше деньги тоже распылить, в принципе, нельзя. С третьего кейса VIP Gold уже можно распылить. Дальше выпадает Нива Урбан. Открываем уже пятый кейс. Это что нам? Лада ВАЗ-2112. Деньги тоже распылить нельзя. Седьмой кейс. Тоже ВАЗик падает. Открываем уже восьмой кейс. И, ну, здесь как бы особое. Это Volkswagen Polo. Неплохо, неплохо. С кейса бомжа это нормально. Дальше XP тоже распылить, к сожалению, нельзя. Ну и последний, десятый кейс. Тоже падает VIP Platinum на 3 дня. Так, в принципе, вот что нам выпало. Давайте распылим то, что мы можем. И у нас получается сколько пыли? 130 пыли. Ну, в принципе, не особо много. Ожидал немного больше. Но давайте тогда уже распылим. Все, распыляем за 130 пыли. Так, зашел в ревард. Давайте заберем то, что мне попадало. Это деньги и экспишки. Так, открываем второй десяток кейса. Анимацию мы будем пропускать. Первое выпадает. Это Априла. Со второго кейса BMW M3. Открываем уже третий кейс, падают деньги, распылить, к сожалению, нельзя. Четвертый кейс, также Априла. С пятого кейса нам падают также деньги. Открываем шестой кейс, тоже деньги. Седьмой кейс, что здесь, Volkswagen Polo опять падает нормально. Восьмой кейс, это VIP Gold на 3 дня. Девятый кейс, тоже BHM 3 падает. Ну и последний, десятый кейс, это Volvo. Теперь давайте соберем все предметы, которые мы сможем распылить. Так, и в итоге у нас выходит 150 пыли. Отлично, это больше, чем было в прошлых 10 кейсов. Так, откроем последние 10 кейсов. С первого кейса нападает ВАЗик, со второго кейса Нива Урбан, с третьего кейса выпадает XP-шки, четвертый кейс это VIP Silver, пятый это, получается, Volkswagen Golf, опять Volkswagen Gold падает, седьмого VIP Сильвер тоже падает, дальше Нива Урбан, девятый кейс уже также XP, ну и последний, десятый, это получается ВАЗ-2170. Давайте соберем все предметы, и в итоге мы можем распылить аж на 160 пыли. Так, мне чуть-чуть не хватает пыли, откроем еще три кейса, падает VIP Platinum, распыляем, открываем второй кейс, давайте по одному будем открывать. Падают деньги, уже распылить нельзя. Ну и последний кейс, давайте, надеюсь, мне что-то распылить. Все, ВАЗик, отлично. Распыляем, получаем 20 пыли, и все, нам выдает особый кейс. Теперь можно его попробовать открыть. Я очень сильно надеюсь, что выпадет какая-то хорошая машина. То есть, посмотрите, какой здесь огромный выбор машин. Хочу на самом деле, ну, пускай поставим на Bugatti Chiron. И пропустить анимации, да, круто. Нам падает Porsche Panamera S. Это самое худшее, что я вообще не хотел, чтобы мне выпало. Да, кейс, конечно, не обрадовал. Распылю, получается, Mercedes, который мне выпал. А вот Porsche Panamera я заберу все-таки, потому что распылять не хочу. Так, доехал до аренды транспорта. Все-таки давайте загрузим, посмотрим на него. И загрузить его будет 11,5 тысяч. Но Porsche как Porsche на самом деле.
кейс меня вообще не обрадовал, и на самом деле я очень сильно расстроен, потому что хотел, чтобы выпала какая-нибудь нормальная машина, а не Porsche Panamera. Также у меня есть еще Сильвия, которая выпала, ну точнее не выпала, а мне дали с календаря. Я прошел полностью календарь, и мне выдали, получается, вот этот Nissan. Сейчас я буду продавать его на авторынке, потому что он мне просто не нужен. Так, я на авторынке, рынок этой тачки я не знаю, поэтому буду пытаться продать за 1,5 миллиона, потому что в гос его слить 850 тысяч. Вот вам на заметку таких дебилов, которые просто подходят и кидают обмен имущества. На что они надеются, я не знаю. То, что я приму обмен и спокойно обменяюсь на какой-то ЗАЗ, ну, я не знаю, на что они надеются, дебилы и дебилы. Так вот, игрок начинает со мной торговаться, предлагает 750 тысяч, но я ему говорю то, что в гос слить только 850 тысяч, но, видимо, он об этом не знает. Дальше, что он мне предложит, сколько? Предлагает мне 900 тысяч, ладно. Так, ладно, решаю продать автомобиль ему за 900 тысяч, потому что он сказал то, что ему для семьи, скорее всего, для автопарка. Он зачем-то вышел из тачки и говорит то, что я прошел проверку. Какую я там проверку прошел, я без понятия. Странные игроки на самом деле. Спросим, давайте, какую же я проверку прошел. Он пишет, ну да, так что иди нахуй, и смеется. Я не понимаю таких игроков. Блять, я ему хотел тачку, вот, серьезно, подарить для семьи за 900 тысяч, то есть, которую в год слить, блять, 850. Да, сил никаких нету уже, поэтому я просто в гос ее нахер солью, блять. Игроки, честно, портят настроение. Хочется подарок сделать, в итоге получается вот так. Напоследок делаем скрин со своим подписчиком, Мажорка Вайт. Передаю тебе огромный привет, если смотришь этот видос. Я знаю то, что мои видео очень короткие, но я их стараюсь выкладывать намного чаще, чем раньше. Поэтому скоро я буду выкладывать очень длинные ролики. Просто пока так получается.